А тому ли я дала? Всем привет! Меня, честно говоря, корёжит, когда я слышу, вижу вот такие вот видосы, потому что уже если она написала вот об этом всем другу с такими просьбами, то, скорее всего, у нее уже есть запасной аэродром. А мужчина, с которым она, это просто временное убежище.